23 февраля в спортивном комплексе «Красная горка» отмечали по-особенному. Для всех любителей горных лыж устроили грандиозные соревнования. На открытый чемпионат Подольска по слалому гиганту съехались участники из разных городов. Здесь состязались представители Москвы, Тулы, Серпухова, Дзержинского, Подольска и многих других населенных пунктов. Более 200 спортсменов распределили по трем заездам. В 11 начались старты младших возрастных групп. Девочки и мальчики от 7 до 9 лет открывали соревнования. Для начала всем спортсменам дали сделать пробный заезд, чтобы они посмотрели, как расположены ворота. Сами соревнования для одной возрастной группы состояли из двух заездов. Юные лыжники боролись с волнением и старались показать все свои навыки, которые они приобрели в спортивных школах. А неутомимые болельщики-родители подбадривали участников состязаний. Масса положительных впечатлений. Мы вообще любим кататься на лыжах всей семьей. Вот и приехали. Сегодня вот нас младший жалуется, что ее не пускают на трассу. Но в 3 года все-таки ей еще рановато. Она, конечно, очень хочет, но ей еще рановато. Вот. А старшенька у нас вот уже проехала, ждет свою вторую попытку. Я считаю, что это замечательно, что у нас в Подольске есть такая горка. И есть такие соревнования, и это очень классно. Далеко ехать не надо, в 10 минутах езды от дома можно отлично покататься. Открытый чемпионат Подольска проходит уже не первый год. Но дата проведения соревнований остается неизменной. 23 февраля – День защитника Отечества. Действительно, что может быть лучшим подарком для любителей зимних видов спорта, чем организованные соревнования, где можно улучшить результат и показать свое мастерство? Для проведения мероприятия на самом высоком уровне в судейской коллегии работали профессионалы. Федерация горнолыжного спорта и сноуборда города Москвы следила за соблюдением всех правил. Конечно, спортсмены воспитываются именно с раннего возраста, и если вот он здесь начнет понимать, что такое победа, ему будет легко в дальнейшем добиваться высоких спортивных результатов. Собственно, суть соревнований заключается в том, чтобы как можно быстрее и правильно, то есть через те ворота, которые имеются на трассе, проехать. Дисквалификацию можно заработать одним самым простым путем – пройти неправильно трассу. Поводом для дисквалификации участника может также стать фальшстарт и завершение дистанции не в финишные ворота. Чтобы быстрее пройти трассу, спортсмены держатся как можно ближе к флажкам. Во время спуска участники следят за корпусом и стараются принять правильную стойку. Среди младшей возрастной группы было 125 участников. Самые быстрые спортсмены получили заслуженные награды. Действительно, какой же праздник без подарков? Денежные вознаграждения, кубки, медали и подарки от партнеров чемпионата вручались всем призерам. В первом заезде места распределились среди двух возрастных групп 2008 и 2009 годов и спортсменов на год старше. Самой юной победительницей чемпионата стала Кристина Королева. Она стартовала первой и задала высокую планку своим соперникам, которую так и никто не смог преодолеть. Сегодня на старте я немного волновалась, а когда поехала, все было нормально. Просто сосредоточилась на первом месте и выиграла. Подошла очередь показать свою скорость и технику спортсменам от 9 до 16 лет. Они участвуют во втором заезде. Здесь участников в 2 раза меньше. Многие из них с детства посвятили себя горным лыжам. И сегодня ребята показали высший пилотаж на трассе. Кстати, в нашей стране слалом-гигант считается наиболее популярной горнолыжной дисциплиной. Он требует максимум скорости, выносливости и знания техники. С каждым годом возрастает количество желающих заниматься горнолыжным спортом. В комплексе «Красная горка» созданы все условия для занятия зимними видами спорта. Здесь ежедневно собираются любители горных лыж и сноуборда. В этом году склон отмечает свое 40-летие. В то время, когда склон только начали обустраивать, Виктор Янчур был в числе инициаторов продвижения горнолыжного спорта в Подольске. Подольск вообще, ну, будем говорить, с 70-х годов славился своими горнолыжниками. Вот. Но тогда все это базировалось на 4-м микрорайоне, так называемые Белые горы. Вот. Но со временем там все захерело, затухло, и вот вся главная
горнолыжная, так сказать, элита, если его можно так назвать, перешла сюда. Спортивный комплекс «Красная горка» – это практически единственный в Подольске обустроенный склон для занятия горными лыжами и сноубордом, где есть специализированная школа для детей. Уже третий год здесь обучаются юные спортсмены. На сегодняшнем чемпионате одна из воспитанниц школы выиграла бронзу. Каталась раньше здесь на ледянке, ходила просто с папой. А потом папа предложил попробовать, я встала и как-то потихоньку начала получаться. Тренировалась у Искандера, а потом начала ходить в горнолыжную школу. Во втором заезде победителей было больше, так как награждали спортсменов среди трех возрастных категорий. Победители и призеры получили подарки от партнеров соревнований. Пришло время самым старшим горнолыжникам показать класс на трассе. В третьем заезде участвовало всего 48 спортсменов. Это действительно увлеченные люди. На протяжении нескольких десятков лет они занимаются горными лыжами. Их скорость поражает. Перед каждым заездом ворота расставляли заново. Для третьего заезда трассу усложнили по максимуму. Некоторым спортсменам удалось установить личные рекорды. Ну а кто-то, как, например, участник под номером 92, старался выиграть приз на самое эффектное падение. Участники откатали свои заезды. В последней группе результаты оказались непредсказуемыми. Мастер спорта, участник многих Кубков России по супергигантскому слалому Глеб Масесов занял второе место. Победителем стал Александр Цыбанов, у которого была отличная мотивация для победы. У меня сын старший занимается спортом. Я тоже когда-то давно занимался горными лыжами. И, как говорится, заниматься бросил. Ребенок пошел в спортшколу, у меня второе дыхание. То есть от сына отставать нельзя. Приходится тянуться, тоже выступать, тренироваться. Открытый чемпионат Подольска по горным лыжам уже стал традицией комплекса «Красная горка». Соревнования подготовили спорткомитет Подольска, администрация горнолыжного склона и любительская лига Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Москвы. Ничто, кроме погоды, уже не может помешать ежегодному празднованию 23 февраля в атмосфере спортивного состязания по гигантскому слалому. Детишки, которые с РГШ приехали, русская горнолыжная школа, с Ясенева, даже Воробьевые горы к нам уже приезжают, нас знают. Знают, что мы для них создаем условия, они их к нам тянет. Горнолыжная школа города Подольска тоже выступает. Мы надеемся, что они нам что-нибудь, какие-то призы приносят. Они растут, скоро вообще по всей России будем выступать. Через несколько недель планируется провести закрытый чемпионат Подольска по горным лыжам. Если погода не нарушит планы, соревнования пройдут до 8 марта. Регистрация и подробная информация будут размещены на сайте горнолыжного комплекса «Красная горка» podolsksnow.ru. Успехов всем любителям зимних видов спорта!